Мерл поехал к трейлерному парку незадолго до того, как там объявились сектанты. Я его знаю, он точно с ними сцепится. Хоть бы кто-нибудь ему помог. Я иду. Ё-моё! Надо же, кто идет! Кто-нибудь на помощь! На помощь! Вижу! Сделаю. Положись на меня. Так и знал, они хотят убить меня. Понял. Веди. Погнали. Верно. Вдруг найдем что-то полезное. Куда изволишь? Вытащи меня отсюда. Спасибо, что спас. Прикройте, отплачу, чем смогу. Мы что вас не это? Боимся.
Хорошо! Твою мать! Есть! Я за тобой! Один из лучших, а я умираю! Я...
Мы заберем наш город. Это сердце и душа долины. Иду туда. Иду, прикрой. Пройти сквозь врата Эдема,
пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Путь Господень, твердыня для непорочного и страх для делающих и закон. Можно подготовить. Хочешь исповедаться? Это Берт. Давненько мы с тобой не виделись. Надеюсь, все хорошо. В общем, звоним попрощаться. Мы с женой едем на юг, как собирались. В маленькую долину. Там ловить нечего, только уединение. Отрет Бог слезу с очей их. Не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Ибо у меня есть планы на вас, сказал Господь. Как помочь вам,
и не обидеть вас, дать вам надежду и будущее. Я не знаю планов Господа, но вижу благие дела. Слава опережает тебя. Ты лучшее, что случилось с этой долиной за долгое время. Мне бы помочь. Ты что, хочешь сломать шею? В теории все было нормально. Вот. Спасибо. О. Черт, это ты. Прости, не поняла. Ты столько сделал, можешь немного побыть игрушечником, да? Я думал, сектанты забрали все это. Какая же я Фейргрейв, если не могу сделать заначку? Училась у лучших. Город. Он многое повидал, помощник. Спасибо тебе, но... Знаю, ты ищешь своих людей. Но дело в том, что помощь нужна не только тебе. Пастор и я можем не так много. Протяни нам руку помощи, и мы отплатим тем же. Выручишь нас? Мэри все тебе объяснит. Как будет время, приходи в церковь. Я буду там. Минутка. Так раз думал. Не заглянешь ли сюда? Я за тобой. Но нет. О, кто идет? Ты был у Ларри Паркера? В прошлый раз он мне сказал, что делают силовое. Я так счастлив, что крылья любви снова открылись.
осталось только прибить их папашку. Псалмы, глава 41, стих 3. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Не представляешь, как я рад вернуться в Фолс-Энд. Твоя помощь неоценима. Рад, что ты здесь. Как видишь, Иоанн Сид разрушает жизни многих людей. Если честно, я не успеваю за ним. Эти люди нуждаются во мне. Они моя ответственность. Но это значит, что следить за сопротивлением стало сложнее. Будет возможность? Проверь, как там свиноферма Вудсонов. Я уже пару дней ничего от них не слышал, это тревожит. Нам нельзя терять бойцов. Не верю, что на улице Фолс-Энд. Может, теперь заживем как прежде? Мы должны спасти Хадсон. Если один помощник так нам помогает, представь, что будет. Теперь мы можем вздохнуть спокойно. Держим. Ты за рулем. Ага.
иду. Когда другие грешники увидят ваши останки, они сразу поймут, где их место. Вот для отца. Лучше не надо. Что дальше? Спасибо за помощь, парень. Положись на меня. Еще повоюю.
Вот, блин! Готов к бою. Смотрите-ка! Я настоящий счастливчик. Вижу врага! Куда путь держим?